Здарова всем, ребята, Кента пока на проводе, и прямо сегодня я вызову ТикТака на дуэль на АВМ Трэшер Хантер на его стриме. Но прикол в том, что он не будет знать, что это я притворюсь Димочкой. Ну что же, удачного вам просмотра. Ну а для того, чтобы у ТикТака не было сомнений, то перед его стримом я ему сказал то, что я пошел на футбол, и он точно никак не мог догадываться то, что это я, тем более у меня новый аккаунт, и он даже не знает моего ID. И как обычно, халява! Чтобы получить совершенно бесплатно один Gold Pass, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Второе, написать комментарий плюс свой ID. И третье, самое важное, посмотреть все видео от начала до конца без перемоток. Всем удачи, а мы идем дальше. К вашему вниманию представляю обновленный сайт GG Standoff. На него добавили новые кейсы и добавили новые скины с обновления 0.14.0. И конечно же, в честь обновления на новые кейсы скидка 50%, тут ты можешь выбить даже перчатки. Тут есть бесплатный барабан бонусов, а по моему промокоду получайте еще один такой же самый барабан бонусов бесплатно. При пополнении вводи мой промокод и получай 40% обратно к пополнению. Также у них проходит конкурс на голду. Все нужные ссылочки ты найдешь в описании. GG Standoff — мой выбор. Далее я кидаю ТикТаку донат и говорю, что я хочу с ним сыграть дуэль на АВМ Трэшер Хантер. Ясенпень, вначале он мне не верит и просит пруф, чтобы я его выставил на рынок. Но я, ребята, был к этому готов. Я его удалил из друзей, чтобы он меня не спалил, и выставил скин на рынок. Напиши лобби, лобби, просто напиши лобби. Чтобы я понимал, что это ты именно из лобби, понял? За 775 тысяч и напиши слово лобби, лобби. Блин, слово лобби я не увидел, братуха. Лобби, ну-ка проверяем сразу же, проверяем, проверяем. Реально, это он. А, у меня один вопрос, Димочка. Можешь в Дискорд пойти со мной? Пойти в Дискорд. Сможешь прямо сейчас со мной? И вы прекрасно понимаете, что если бы я пошел в Дискорд, я спалился бы. Поэтому я ему написал, что извини, я болею. Притом я все это писал с огромными ошибками, чтобы он думал, что я какой-то лютый школьник. 5 minutes later. Суть пранка такова. Я прямо сейчас специально проиграю ТикТаку, чтобы он выиграл мой АВМ Трэшер Хантер. Давайте я даже прямо сейчас его возьму. А потом я просто возьму его и кидану. Посмотрим на его реакцию, но как по мне, это должно выйти очень смешно, потому что ТикТак просто в шоке. Когда он увидел мой АВМ Трэшер Хантер, он такой: вау, нифига себе. И при том, я ему сказал, перед его стримом, говорю: Сань, я пошел на футбол. Так, давайте, 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 давайте. Опа, а ну-ка. Блин, что ТикТак вообще промахивается. Давайте ноузум попробую. Минус ТикТак, ребята, вы понимаете, что сейчас... О, нифига себе, у него скин лазер. У него тоже, смотри, только крутые скины. Мне вот интересно, что же стоит дороже, весь инвентарь ТикТака или мой АВМ Трэшер Хантер? Просто вот как вы думаете, прямо сейчас напишите ваше предположение в комментариях. Ребят, просто поставьте за это лайк, потому что ТикТака жестко подгорает. Я притворяюсь лютым школьником, просто почитайте переписочку. Вы еще просто угорнете, пишу: отдавай АВМ, тянуп и так далее. Так, ну что, ребята, поехали. Так, начинай пушить, начинай пушить. ТикТак сейчас просто в шоке, не понимает, что происходит. 11-летний Димочка прямо сейчас сливает ТикТаку еще один раунд. Попался, который гусаса. Не, сейчас камбэкнем, ребят, сейчас камбэкнем. Я начинаю просто разогреваться. Начинаю разогреваться, мы играем на ВМ Трэшер Хантер, ребят. Так, ну чё, ТикТакимус. Опа-па-па-па. Ой-ой-ой, ТикТак взял мой АВМ Трэшер Хантер и начинает тащить. Эх, ТикТак, ТикТак, как тебе не стыдно, ребят? Надо этого маленького засранца наказать. Так, давайте я сейчас возьму один, так сказать, какое-то оружие и мочкану ТикТака. Плюс у него что-то там лагает на ПК, поэтому, ребята, у меня есть абсолютно все шансы выиграть. Но. Ну что же, ребятки, счет 3-2, и это очень хорошо, потому что мне надо проиграть и потом притвориться китком. Вот это ТикТак будет в шоке. Так, а ну-ка, ой-ой-ой, ТикТак играет своего ВМ. Ой, блин, я случайно его замочил, честно, не планировал, так. Ну что же, Кента пока АВМ отдал, Кента пока АВМ забрал. Понимаю, я умираю, ладно. Счет 4-2, Кентуха побеждает, но надо, ребят, играть ноузум, потому что это просто не игра. Ну что же, друзья, товарищи, полетели. Ого-го, ничего себе, ТикТак жесткий. Ничего себе, ТикТак начинает камбэчить, вот тогда. И самый трэш, ТикТак точно не думает, что я Кента ПК, потому что я ему написал, что я пошел на футбол. Короче, ребята, это просто полный ор. Так, ну что, полетели. Опа, а ну-ка, ну зом, смогу или нет? Ай, блин, опять ТикТак меня замочил. Так, ну что же, счет 4-4. Все очень даже хорошо. Я вот, честно говоря, никогда не играл с этого оружия. Ну, а почему бы нет, давайте попробуем. Если Абовин и Салис говорят, что топовая пушка, давайте попробуем немножко поиграть. Не знаю, что получится, но попытаемся. Так, а ну-ка, где же? Ох, мимо. Давайте ноузум попробуем. Ай, мимо. Ну, ай, мимо. Ай, блин, ха-ха.
Не, ребят, все-таки М40 это оружие не для меня. Ой, а ТикТак подобрал мой АВМ Трэшер Хантер, такой крутой. Очень обидно, что меня некоторые люди палят в чате. Ребят, пожалуйста, никогда не палите кента в чате. Пожалуйста, ни при каких условиях не надо палить кента в чате. Потому что, ну вот, реально запариваете видосик, он начинает уже сомневаться, говорит, а может это кента ПК, может не кента ПК. Пожалуйста, вот если вы меня смотрите, никогда в жизни не палите кента, потому что вы уже знаете, кент ПК, мамкин пранкер. И когда вы его палите, то все выходит из-под контроля. Так, ну что же, поехали, счет 5-4, опа, тик-так и маус. Давайте мочканем разочек. Опа, мочканули, 5-5. Кстати, ребята, мне было бы интересно подуэлиться против тик-така на всю силу. Если бы вам тоже было интересно, прямо в эту секунду поставьте плюсик в комментарии и хэштег годуэль против тик-така. Я думаю, это реально было бы весело. Ну, кажись, надо включать, так сказать, камбэк хотя бы на один раунд. Сейчас, ребята, кент пока соберется, так сказать, с силами и наваляет тик-таку, потому что, пацаны, ну надо хотя бы один раунд взять, а то 10-5 проигрывать я не очень хочу. Хотя бы 10-6. Так, все, поехали. Ловись, рыбка, большая и маленькая. Так, ну что, тик-так. Ну, молодой человек. Ничего себе. Ох, ребята, счет 9-5. К сожалению, кента ПК проигрывает, и, скорее всего, прямо сейчас кента ПК проиграет АВМ Трэшер Хантер. Блин, ребята, я просто не могу просто представить реакцию ТикТака, когда он узнает, что это я. Чисто за это можно поставить лайки, подписаться. Ничего себе, кидает гранату, куда он знает, что я тут, а? Блин, ребят, ну все, ГГшка, все. Так, ну что же, ребята, я надеюсь, вы готовы к пранкам, потому что кент ПК, мамкин пранкер 228. Ну а далее я ТикТаку написал в вайбере, мол, Саня, привет, я пришел с футбола, Гоя, к тебе залечу на стрим. Ну а прямо сейчас вы все видите. Ты че ржешь, я не понимаю, че прикол? Чувак. Это пранк АВМ Трэшер Хантером, братик! В смысле АВМ Трэшер Хантером? Ну, короче, это был я! Это рофлиш, подожди, стой. Я снимал реакцию ТикТака на АВМ Трэшер Хантер. Подожди, стой. Чего? Чёрт, ты рофлишь? Это не может быть такого. Я реально тогда был прав. К сожалению, у ТикТака не было такой большой бурной реакции, потому что вы уже все спалили в чате. Поэтому, ребята, на будущее никогда не пылите. Но самое интересное, что ему капец как сильно стало интересно, как же все-таки можно выбить АВМ Трэшер Хантер. Так вот, ребята, если вы наберете 15 лайков, то я вам расскажу, как же можно выбить АВМ Трэшер Хантер. Поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и пишите любой хороший комментарий. Всем удачи, всем пока!